Путешествие на машине – это путешествие, в котором каждый километр на дороге превращается в мир чудесных открытий. Ведь в каждую маленькую, совсем небольшую поездку вы станете свидетелями удивительных видов, встреч и знакомств, которые навсегда и на всю жизнь изменят ваше представление о мире. Меня зовут Ярослав. А меня Оля. Мы очень любим путешествовать на машине и ночевать каждый день в самых невероятных точках нашей планеты. Мы проехали просто огромное количество потрясающих мест, в которых большую часть времени ночевали в нашей машине. Поэтому у нас есть чем поделиться, рассказать о своем быте, какие вещи мы с собой берем. И дадим большое количество ценных и полезных советов. Давайте вместе открывать мир и становиться богаче в каждом путешествии. Раз уж мы говорим о путешествии на машине, то, конечно, какую-то большую часть мы ночуем в таких вот местах на природе, потому что, во-первых, это удобно тем, что ты не ищешь отель какой-то, мотель, то есть не заезжаешь в город, да, то есть ты приехал, сразу же тут переночевал и поехал уже дальше в путь, потому что очень много времени занимает то, что мы ездим по городам и ищем какие-то отели. Они, как правило, то есть то, что написано в Airbnb, либо на Booking, они, как правило, еще и заняты бывают. Да и плюс вся эта атмосфера самой, и ночевки на природе, костер или мангал, если нельзя палить костер. Конечно. Конечно. Это совершенно другое. Особенно если это какая-то новая страна, то еще даже там некоторые местные подходят, с ними еще можно какой-то разговор завести. Это вообще такая своеобразная кайфушечка. Так вот, первым делом это матрас, да, то есть некоторые думают, какой лучше взять. Мы раньше ошибочно полагали, думали, что тонкий матрас, его в принципе хватит. Такие, знаете, вот коврики для йоги, для там, как палатки некоторые берут. На самом деле, конечно, в них переночевать один раз можно, но если на полноценно, то они... Если только брать с собой дополнительное что-то, укладывать наверх. Да, потому что они тонкие, и насчет там на земле один раз палатки можно переночевать, но в машине, учитывая, что жесткий пол, конечно же, лучше брать полноценный мягкий матрас. Мы взяли такой вот старый у нас, это вот мы взяли из дома, он идеально подошел для машины, но иногда бывает, люди, я видел, что надувные используют, мы такой один раз использовали, пару раз у нас был опыт, но он спускал, да? Ну да, но может еще зависит от качества. Возможно, все-таки. Да. Нам приходится еще ночью его подкачивать. Можно не искать дома старые, вдруг нету. То я видела, продаются даже на Wildberries. И я думаю, на других маркетплейсах тоже будет. Сиденье разлаживается у нас здесь очень просто. Вот просто за язычок тянется и вот таким вот образом. Раз. И то же самое с этой стороны. Оп. Все, то есть здесь полноценная уже кровать получается. Если убрать матрас, то вот такое примерно место. И тут, в принципе, вот этот вот барьерчик, он не сильно мешает, потому что толщина матраса, она как бы это компенсирует. Матрасу, конечно же, у нас обязательно простынь. И две подушки. Подушки желательно, чтобы это были небольшие, потому что, да, на больших спать удобнее, но они много места занимают. На маленьких, конечно, спать не сильно удобно, но в целях экономии места, конечно же, маленькие подушки, они будут более приоритетные. Ну и вот обычная простая простынь. Мы выбрали белую, чтобы потом делать красивые фоточки. Ну вот и все, спальное место готово. Как правило, мы 3 дня ночуем в машине, один день снимаем отель либо квартиру, потому что мы постоянно в машине путешествуем, дискомфорта, да и хочется принять душ, да и постирать вещи. Конечно, мы заезжаем и стираем туда и просто. Эти стулья очень комфортные, на них так приятно после дороги садиться и расслабляться. Но мы хотим приобрести новые стулья, которые складываются как будто палатка, а не потому что занимают мало места. Все-таки, как ни крути, в таких путешествиях место играет очень большое значение. Пару раз мы выезжали без стульев, и я хочу сказать, что этот опыт нам не очень уже понравился после того, когда мы стали ездить со стульями. Изначально очень долго мы путешествовали без стола. Оказывается, что это было очень большое наше упущение, и мы тут в Грузии купили вот такой вот стол. Он разлаживается одним движением, вот так вот можно сесть. И сюда что-нибудь поставить. Плюсы этого стола. Он устойчивый. Здесь, в принципе, от ветра его не шатает. И если на него что-то поставишь конкретно, то он уже стоит жестко. То есть нету там, что можно чашку развернуть, либо какую-то там кружку. Но минус его такой, что он занимает очень много места. Поэтому мы с ним поездили по Турции. Кстати, ссылочка на нашу поездочку будет в описании. Можете посмотреть. Поездили по Грузии. И поняли, что это не вариант. Надо что-то поменьше. Вот так он выглядит. В принципе, занимает очень мало места. Я им очень доволен. Единственное, что мы его заказывали не из Китая, а здесь покупали в местных магазинах, и я не мог найти большой. Разлаживается он просто в 2 движения. Вот сам стол. Вот. Пока он был новый, он собирался очень туго, жестко. Я прям думал, что его сломаю, но
Сейчас он немножко уже, когда я его раз 5-10 сложил, собрал, он уже собирается много полегче. И вот смотрите, какая разница. Вот этого стола и вот этого. То есть этот стол, вот он, пушинка, он алюминиевый. Его можно вот подкинуть, ветром его может сдуть при хорошем порыве. И этот стол, он уже стоит как вкопанный. Но, несмотря на все минусы этого стола, что он маленький, небольшой и легкий, все-таки преимущество того, что он занимает мало места, это очень классно. Ну, а вот это вся наша посуда. Мы с тобой берем досточку, две кружки, две таких вот миски. На них удобно, что можно возле костра что-то будет подогреть, и ничего с ними не будет. Еще один главный атрибут – это у нас вот такой нож. Он очень удобный, потому что он многофункциональный. Потом есть здесь ложка, вилка. Здесь еще имеется штопор, открывашка какая-то там для консерв, либо для пробок всяких, и нож. Далее у нас здесь имеется чайничек такой вот и наша дорожная газовая плита. Сюда вставляется баллон вот здесь. И перевозится он вот в таком вот кейсике. Он, конечно, у нас уже жизни повидал. Здесь можно нагреть воду, чтобы, например, поесть, попить чай, кофе. Но также можно с помощью этого помыться. И плюс такой посуды в том, что она не бьется. Потому что, когда вы ездите в машине по таким узгоркам, либо по горам, есть вероятность того, что она разобьется. И когда вещи прикладываете из багажника вперед, можно нечаянно ударить. И все, и вы тогда не сможете ни поесть, ни попить. И когда мы уже приехали на место, разлаживаемся, разогреваем чай, быстрое приготовление кашу делаем, нарезаем овощи, фрукты какие-то, то у нас, как правило, еще есть такая традиция, что если мы у моря, либо какой-то реки, то мы делаем шашлык. У нас есть такой мангал походный, небольшой, и раньше мы распаливали его бензином. И сейчас же это все решено вот такой вот штукой. Это строительная такая горелка и таким баллоном, который же подходит и к нашей плитке. То есть вот она ставится вот таким вот образом, и вот она горит, и мы разогреваем тем самым уже угли. Разжигается очень быстро, экономично, даже какой-то костер, если вдруг вообще проблем нету, поэтому чем покупать бензин, спирт какой-то для розжига, вот это вообще, это просто must-have, и даже что-то в машине подогреть, это всегда выручит. Мало ли, какие-то там, допустим, втулки, сайлентблоки, даже болт и гайку. Это просто незаменимая вещь, как оказывается. И очень часто, когда мы ночуем в горах, либо где-нибудь на природе в низинах, то горелка отсыревает, и утром, когда хотим попить чай, она не разжигается. Не знаю, там, скорее всего, пьеза не срабатывает, а у нас спичек, как правило, мы не курим, поэтому мы их не возим с собой. Хотя в последнее время я уже стал возить. И тоже приходит на выручку такая вот горелка, тут работает пьеза всегда, и мы подпаливаем ей плитку. Вот так вот эта машина выглядит, когда здесь ничего нету. И это такое ощущение, что она была создана для таких путешествий, потому что здесь вот площадка. Нету никаких тут места там под запаску, под инструменты. Все находится вот в этом вот бутерброде, в двухэтажном тем более. Сейчас мы все разберемся по порядку. Поднимаю ручку, и перед нами открывается первый отсек, это самый верхний. Здесь практически все инструменты, которые мы с собой возим. Первым делом то, что мы с собой берем всегда, это набор с головками, это незаменимая часть. Следующая это такая вот коробочка, здесь, как правило, всегда всякие ключи, там головки, там рожковые, какие-то герметики, ВД-шка, пассатижи и так далее. Очень часто выручает, там разные могут быть отверточки, там ударные какие-то инструменты. Следующая это такая вот коробочка, здесь, как правило, вся электрика. Тут находятся предохранители, лампочки, изолента, там даже кусочек олова какого-то, канифоль, мало ли что-то запаять. Наждачка очень важна, потому что очень часто что-нибудь зачистить, какую-нибудь клемму. Вот такой вот брусок, его можно как подложить под колесо, так и куда-то поставить под домкрат, когда не хватает расстояния, вот там чуть-чуть буквально приподнять машину где-то внизу. Вот этот вороток, это вообще незаменимая вещь, что-то где-то крутануть, надавить. Насос. Раньше был у меня электронасос типа такого компрессора, все-таки такие вот насосы, они более практичны, домкраты. Я беру с собой два, один такой, надо это в случае чего, мало ли машина упадет с домкрата с одного, что надо было приподнять. Второе, мало ли где-то иногда бывает, когда машина уже стоит на домкрате, приподнять какой-то рычаг, шаровую там заменить, либо шрус там, мало ли, что-то вылетит. Можно подпереть какую-нибудь вещь там из подвески. То есть очень важно иметь именно два. Это пленка. Я ее всегда с собой вожу, потому что мало ли, что-то можно было накрыть, когда идет дождь. Да и вообще даже вот иногда я накрываю это все в салоне для того, чтобы там загрузить какие-то грязные вещи. Допустим, мешок с чем-нибудь, либо там запчасти какие-нибудь. Ножовка и топор. Я раньше недооценивал эти инструменты. Вообще изначально я их брал для разных целей, но в итоге они
поездке поменяли и заменили друг друга. То есть, допустим, топор – это такая вещь, которой я думал, буду там дрова где-то рубить для шашлыка, там для костра, но это вещь бесполезная для дров. Больше он пригождается для каких-то веток порубить, чтобы подложить под колеса, когда машина там застрянет в грязи, либо в снегу. Вот это прям сколько раз он выручал, мелкие такие веточки, и вот под колеса, и машина начинает выгребать. А для дров это ножовка, потому что не всегда там толстое полено можно перерубить топором. Ну, то есть можно перерубить, но это очень долго, больше колоть дрова. А, как правило, мы остановимся там в тех местах, где проще ножовкой взять какое-то там сухое дерево, распилить, и за одну минуту у тебя уже такое полено получается. Я даже не думал, что настолько это будет кайфово именно с ножовкой, а не с топором. В этом пакете мы возим вещи, в которых можно там посидеть у костра, там, поменять колесо, отремонтировать машину. Буксировочный трос. Я сколько уже покупал тросы на заправках, они рвутся, поэтому... Я взял из ремней безопасности, скрутил крюки такие, вот, никогда он еще не порвался. Таких вот два баллона, обычно мы их берем больше, но сейчас осталось два, это для газовой горелки и для вот такой вот штуки, чтобы разжигать костер, кстати, я уже ее показывал. Многие этого недооценивают, но я считаю, что очень важно это вечером, вообще ночью какое-то освещение. Да, конечно, раньше мы пробовали это все светить телефонами, это, кстати, и работает, какими-то там фонариками, подсветками. Но потом я пришел к выводу, что этого мало, тем более телефон не всегда удобно куда-то поставить. Я заказал на Алиэкспрессе фонарики, каждый из них нужен в определенное время. К примеру, вот такой вот фонарик, он... вообще как бы велосипедный, но он бьет точечно, то есть что-то поискать, какие-то там дрова и так далее. Да вообще, в целом он такой, скажем, более направленный свет у него. Тут батарейка очень мощная, я смотрел по отзывам, и ее хватает там на 5-6 часов. Раз зарядил, и в поездке, в принципе, ее хватает. Второй фонарик я покупал специально для того, чтобы одевать его на голову. Вот он таким образом одевается. Его универсальность очень широкая, то есть применять его можно вообще просто, когда что-то там есть готовишь, либо пошел там дрова искать опять же, либо даже что-то в машине ремонтировать. Очень классно, но, конечно, минус его то, что очень слабая батарейка. Ну, конечно, тут батарейка такая, она небольшая, потому что вес его должен быть небольшой, иначе он будет сползать. Я видел фонарики, которые такие большие, и резинка эта вот она не выдерживает, либо она лоб передавливает, поэтому вот имейте в виду при выборе, чтобы он был легкий, потому что потом голова начинает болеть. Кстати, все вот эти вот ссылочки я приложу, которые я найду, приложу в описании ко всем, к фонарикам, там к столу и так далее, что можно купить на Алиэкспрессе, посмотрите, может быть, что-то себе даже выберете. Следующий фонарик вот такого вот образца, я его специально искал для того, чтобы можно было поставить его на штатив. Думал, магнитный, но магнитный я тогда не нашел, поэтому вот такой вот. Это sRGB, то есть он может разными цветами светиться, плюс его какой, что можно его приключить на штатив, тут есть площадка, тут такая резьба, к примеру, вот он стоит, Оля что-то будет готовить, либо там мы даже сидим вечером, регулируется здесь как и подсветка, сама яркость, так и плюс его какое-то, что очень важно, когда, скажем, на трассе где-то пробиваете колесо, либо просто где-нибудь какая-нибудь поломка, просто его включить, поставить, и люди уже будут видеть, что вы стоите, потому что иногда знака одного аварийки, его как бы может не хватить, надо еще как-то себя обозначить и вот таким вот фонариком. Прикручивается он на такую площадочку, берется штативчик, ну, как правило, мы с собой всегда возим, там, таймлапсики поснимать какие-нибудь в поездках, вот, и таким вот направленным светом, вот. Так вот сидим, и он нам прямо на стол светит. Я вам просто говорю вот из своего опыта, вот мы с Олей уже сколько ездим, купите самый дешевый штатив, может быть на барахолке, и такой вот фонарик, и вы просто почувствуете сам кайф, потому что это просто незаменимая вещь. Я теперь не представляю, как можно ездить вообще без стула, без стола и без света. Вот, ну, вы еще скажете, ну да, еще и там и кухню, и кровать, и там газовую плиту с духовкой. Да, нет, на самом деле, это вот такие вот вещи базовые, которые просто вам облегчат вообще путешествие, и просто там раскроют совсем по-другому этот драйв такой. Если мы говорим про безопасность в машине, то я тут под рукой с собой держу всегда вот такой вот газовый баллончик. Да, он не защитит там сильно, как какое-то оружие, но тем не менее, я его вожу больше не от людей, хотя кто его знает, но больше от собак, от диких животных, потому что сколько уже были случаи, когда люди даже сами жаловались, что... Там стая собак диких, там даже шакалы, что-то еще просто можно пыснуть и, тем не менее, выиграть какое-то себе время. Но имейте в виду, что не все страны вообще как бы нормально это поддерживают, когда вы это возите с собой, тем более, когда вы переходите границу. Поэтому читайте закон каждой страны при пересечении. Раньше я все наши вещи паковала в пакеты. И здесь получался целый склад пакетов. Плюс еще с едой и столовыми вот этими всякими штуками. Это очень неудобно, потому что постоянно все нужно вечером перетаскивать вперед.
занимает очень много времени и очень много места. Мы решили взять один большой чемодан, складывать все сюда вещи свои по минимуму и все принадлежности. Перед тем, как переносить чемодан из багажника вперед, мы достаем все необходимые вещи для сна, там еще полотенца, всякие штучки-дрючки, делаем все дела. И потом Ярослав своей силушкой богатырской переносит это все вперед. Вот как чемоданчик здесь классно нашел себе место, прям как влитой. Тут еще есть вот пространство для обуви, может быть, какие-то еще сумочку положить. И вот рюкзаки мы обычно складываем вот сюда. Либо вот сюда вот можно. Переднее сиденье мы стараемся не загромождать, потому что, возможно, бывают случаи, когда надо будет перелезть быстренько с багажника за руль, завести машину и уехать. Случаев этих может быть разные. Там просто какие-то шумная музыка, либо просто что-то такое экстренное, знаете, всякое бывает. Поэтому стараемся, чтобы переднее сиденье максимум что-нибудь было такое, что можно было одной рукой схватить это все, выкинуть, ну, то есть переложить и сесть за руль и уехать. У нас такая ситуация уже была, когда мы стали под высоковольтной линией, там такая гора была высокая, и начался гром такой и молния, что аж земля тряслась. Поэтому мы боялись, что, может быть, эта высоковольтка как-то сыграет каким-то там разрядом на нас, либо там даже камни могут с горы покатиться, потому что вибрация от грома была такая, что у нас даже машина тряслась. Поэтому мы быстренько сели и переехали на безопасное расстояние. Поэтому такие моменты лучше учитывать, и пускай это место будет всегда свободным. Вот так примерно мы ложимся. Здесь лежу я, как правило, с этой стороны лежит Оля. Вот такие вот подушечки. Мы их иногда подлаживаем вот сюда, вот под сиденье. И вот таким вот образом встречаем рассветы на берегу моря. Очень важный момент, что вот эти вот шторки очень сильно спасают. Вас не видно снаружи, то есть никто, вот люди ходят и не видят вообще, что здесь происходит, а вы все видите. И еще плюс какой, вы опускаете стекло, то шторки остаются, ну, когда душно обычно, когда солнце пригревает с утра, и мошки, комары, там, мухи, они не залетают в салон, это тоже очень удобно. Поэтому вот если вы еще не знали про такие вот вещи, приобретайте, потому что они очень сильно облегчают жизнь. И, кстати, еще хочу сказать такой один момент, что когда вы будете искать место ночевки, обязательно, вот уже исходя из нашего опыта, надо искать под деревом и знать, где дерево будет со стороны рассвета, потому что когда здесь вроде бы ложитесь спать прохладно, а просыпаетесь и уже все, потные, липкие, да, то есть вроде бы вчера приняли душ, а сегодня уже надо опять принимать. Поэтому, когда солнце встает из-за дерева, то дерево отстает тень и остается такая еще прохлада какое-то время. Очень важно, чтобы был еще интернет. Да, сейчас многие скажут, блин, а вы там приехали там за интернетом, либо за природой. Конечно, иногда хочется перед сном какое-то видео посмотреть, да, там даже в Инстаграм что-то запостить. Кстати, подписывайтесь на наши Инстаграмы, на мой и на Олю. Мы туда обычно сразу же в процессе путешествия выкладываем какие-то сторис, либо посты, поэтому будете с нами следить. Следующий немаловажный фактор при поиске ночлега, всегда ищите его днем. Не повторяйте наших ошибок, мы обычно, вот там солнце садится, сейчас мы найдем. Но, как правило, в темноте мы либо находим места, потом просыпаемся где-нибудь на свалке, ну, условно говоря, либо не совсем в красивых таких местах, либо наоборот, бывали случаи, когда мы нашли там хоть бы переночевать, а когда проснулись, просто у нас отвисли челюсти от увиденного. Поэтому лучше всего, да и не так страшно, когда вы вроде бы ищете место для ночлега, ночью как бы непонятно, тут дом, там чей-то, территория чья-то, а когда вот за час хотя бы до заката, то вы видите уже примерно, что вас ждет и где вы проснетесь. Еще такой лайфхак, скажем, когда вы уже все решили, что это место ваше, и вы хотите тут поставить машину под ночевку, смотрите всегда уровень, потому что очень часто бывает такое, что голова там, ноги здесь, и бывает, что ноги выше головы, чтобы такого не было, либо на бок, чтобы мы не скатывались, поэтому желательно, чтобы площадка была очень ровненькая. Что касается туалета, то мы подстраиваемся под заправки и кафешки, а если происходит какая-то экстренная ситуация на природе, то мы ходим, как и все люди на природе. Но мы хотим сейчас заказать такую палатку. В ней можно переодеваться, принимать душ и ходить в туалет. А она складывается так же, вот одной рукой раскладывается, ставишь и все идеально, делаешь, что там хочешь. Ко всему, она не занимает много места в машине, и в ней можно спокойно даже помыться. Хоть просто возьми, поставь рядом с машиной и мойся, и либо что-то еще делай, переодевайся. Потому что в машине, конечно, мы переодеваемся, но это немножко неудобно. А когда ты в полный рост будешь стоять, просто идеальное решение.
Все, и мы сейчас уже в домике. Кстати, шумоизоляция в машине очень хорошая. Какая же температура вообще комфортная для ночевки? Мы ночевали в самый, наверное, холод, который у нас был. Это минус 2. Это вот было в Сванете. Мы поехали, днем там было плюс 17, а ночью уже температура опускалась минус 1, минус 2, потому что лед был на крыше. В принципе, комфортно. Мы накрываемся еще пледом. Мы с собой берем плед. Мы его сейчас с собой не взяли. Обычно какое-нибудь одеяло, либо плед. И машину я прогревал, наверное, раза 2 либо 3 за ночь. То есть по минут 30, по 40 она прогрелась, взяла тепло и как бы этого хватало. Очень важно понимать, что эта Audi, она довольно-таки такая уже старенькая. И здесь как бы шумоизоляция и теплоизоляция очень, очень хорошая. Мы как-то тоже были, спали в машине, ну только не с кроватью, а просто вот на сиденье. В старых вот Ладах, да, там старых каких-то там корейских машинах. Там шумоизоляция и теплоизоляция очень слабенькая, поэтому машина остывала прям очень быстро. Здесь она прям, ну, часа 2-3, ну, держит комфортную температуру, и, в принципе, нам очень понравилось. То есть, я думаю, что минус 2 это еще норма, но ниже мы, наверное, уже и не рисковали. Вот так вот мы лежим. Вот здесь Оля, тут я. И смотрим либо какой-нибудь фильм на телефоне, либо просто лазим, там, юзаем в интернете. И очень важно подумать об автономности. Мы раньше покупали обычные зарядки там на 5 вольт и 2 амперы. Но, как правило, их не хватает, потому что надо заряжаться быстро и желательно, чтобы розеток было как можно больше. Вот, поэтому я заказал на Алиэкспрессе, опять же, ссылочку укажу, такое вот зарядное. Его хватает нам, буквально мне телефон зарядить там за минут 40, Олин тоже быстро заряжает, да и какие-то вообще гаджеты, там фотоаппараты и так далее, он заряжает довольно-таки быстро. Здесь, тут USB по 3,1 амперы и есть быстрая зарядка, что очень важно. Я долго искал вообще такие вот прикуриватели, потому что у нас есть пауэрбанк, но, как правило, после 1-2 дня пути пауэрбанк мы высаживаем и заряжать как бы не успеваем его. Супер, поэтому рекомендую такие вот зарядки. Да, она как бы не дешево стоит, но тем не менее это прям класс. Конечно же, мы возим с собой воду. Здесь 9 литров, но еще берем с собой 5 литров на всякий случай. Один из таких случаев – это когда нужно мыть мне волосы. Для меня необходимо 4 литра воды. Эту воду мы используем для того, чтобы приготовить еду, помыться, помыть посуду. И вот, если нужно постирать что-то экстренно. Воду набираем на заправках в основном. Если так, можно в колонках, если они встречаются на вашем пути. И был случай в Сванете, нам даже разрешили просто зайти во двор на частную территорию и набрать воды из колонки у них. Так приятно было. Они прекрасно помещаются здесь, сзади, вот. Они идеально складываются и прекрасно себя там чувствуют. А вот так вот выглядит наш багажник, когда мы путешествуем. То есть тут, в принципе, мы не слаживаем сиденья обратно, потому что они у нас разложены, чтобы такая была оперативность. Да и плюс незачем, потому что так намного комфортнее. У нас сзади там матрас, подушки, а здесь уже сумка, там сиденья, стол и какие-то пакеты, возможно, еще может быть. И да, мы вам рекомендуем путешествовать именно на машине, потому что только на машине можно открыть всю тайну и глубину каждой страны. Потому что, когда вы покупаете туры, вас возят по каким-то местам, либо это там будет такси, и вы не заедете в какие-то уголочки. Сейчас же вот мы вот поставили машину, буквально вот от трассы чуть-чуть вот мы увидели такие вот качели, вон Оля уже их облюбовала. И обратите внимание, какой открывается пейзаж. У нас слева горы, вон такая дымка, там вот облака спускаются уже с гор. Справа у нас море, и там вдалеке у нас Батуми со всей ее красотой, этот город. А здесь мандариновый сад, такие деревья, и даже мандаринки растут. Сейчас 1 марта, март месяц уже, и даже вот можно мандарины взять. Как же красиво! Просто невероятно! И птички поют, солнышко греет. Какой классный человек сюда повесил эти качели. Большое ему спасибо за это, потому что эмоции через край. Итак, а сейчас мы дадим несколько, на наш взгляд, очень важных советов, которые помогут вам в путешествиях, потому что мы ими руководствуемся и иногда нам очень даже помогают. Итак, совет первый – это ни в коем случае не храните все деньги в одной корзине. То есть лучше там разделять карточка, наличка, чтобы они были там одна сумма, то есть одна треть на карточке, одна треть в наличке и еще одна треть лучше всего оставлять в машине. То есть потому что если даже, допустим, у вас что-то украдут, там рюкзак либо кошелек, все вместе, то у вас останется еще там какие-то деньги в машине, на которые даже вы сможете доехать до дома. Итого, когда мы выезжаем, у нас одна треть на карточке, одна треть в кошельке и еще одна треть это в машине где-нибудь спрятана в каком-нибудь месте. Да, потому что у нас была история в Турции. Мы подумали, что у Ярослава украли кошелек.
Хорошо, что у меня был второй кошелек и вторая карточка. Мы могли перекинуть с одной карточки на вторую карточку, и плюс какая-то еще наличка была. И пусть деньги находятся у 2-3 человек, чтобы была такая дифференциация средств, потому что лучше будет так, чем быть с нулем. Второй немаловажный совет, это вот нам сказали еще это в Грузии, когда мы приехали ночевать на машине возле речки. Там была такая гора, мы переночевали, потом утром проснулись, пригрело солнышко, и шел местный, сказал, чтобы мы отъехали от этих камней, потому что там, где много камней, и возле реки обычно много змей. Иногда там бывают ядовитые, поэтому имейте в виду, если вы где-нибудь останавливаетесь, то смотрите, чтобы не было очень большое скопление таких булыжников, камней, потому что в них обычно могут змеи появляться. Во многих машинах есть боковые карманы, это не исключение, и здесь, как правило, предметы, которые нужно достать быстро. Первым делом это знак аварийки, чтобы его достать сразу же, как только машина сломалась посреди трассы. Ну, шампура это просто само собой тут лежит, и огнетушитель, чтобы можно было его вынуть и что-то потушить. Это вещи, которые вам сберегут жизнь. Особенно в темное время суток. Светоотражающие жилеты. 2 штуки. Раз мы ездим вдвоем, то и 2 жилета. Неважно, я водитель, либо Оля, пассажир. Всегда надо одевать 2, потому что только выходим из машины в темноте, одеваю себе и одеваю Оле. Все кажется, но на самом деле все кроется в таких вот мелочах. Безопасность, это написано, она не просто так. Это люди кровью писали про это. Это тоже немаловажная ниша. Тоже здесь какие-то предметы быстрого изъятия. Это аптечка. Там жгут, мало ли что. Это тестер, ну, что-то померить, какие-то провода, сопротивление. Ну, и тут уже более ниже, это кабеля для диагностики машины. Там ОБД-адаптер, кто знает диагностику двигателя, тот примерно понимает, про что. Еще мы с собой берем всегда зонт и дождевики. И, как показала практика, не зря. Из-за того, что много места это ничего не занимает, рекомендую брать, не пожалеете однозначно. Итак, здесь, как правило, все очень просто. Запаска. Ну и чтобы добить какие-то места, я тут загрузил такие вот пластиковые хомуты. Очень часто пригождаются, что-то прикрутить, даже не то, что в машине, даже в быту какие-то вещи. Это моя катушка, которая сгорела. Кстати, в Батуми я ее купил за $100. Не, как бы не дешево так. Ну и бронепровод. Она как бы не сгорела, но на 3 цилиндрах еще можно было ездить. Ну, мало ли вдруг что, можно доехать, если вдруг это сгорит, которую я новую купил. Это пыльники с смазкой для шрусов. Мои, они хорошие, но мало ли, иногда ездим по горам, и можно какой-нибудь там веткой порвать пыльник. Тормозная жидкость, антифриз. Это, кстати, новый хороший антифриз, который у меня залит, просто там оставалось 1,5 где-то литра. Может пригодиться, если, допустим, будем менять помпу, либо просто где-то подкипим, поэтому долить свеженького антифриза всегда будет очень кстати. Грунт. Мало ли, где-то я дно царапаю, когда какими-то камушками вот такой вот вюрстовский я с собой вожу, потому что бывают случаи, когда проезжаем по каким-то горам, и маленькие острые камушки иногда выпирают. Вот у нас часто было в Армении такое, в Турции, и можем пройтись немножко там, поцарапать днище, чтобы оно не ржавело, таким грунтом просто царапину я замазываю, и потом уже спустя какое-то время я уже это обрабатываю. Но первым делом, чтобы коррозии не дать распространяться по свежецарапанному месту, сразу же надо пройтись таким вот грунтом. Опять же, трубка. Трубок никогда не бывает мало. Краска. Она уже высохла, надо, кстати, ее выкинуть. Это краска, которая автомобильная, вот подборная. Мало ли, где-то какие-то скольчики маленькие от камушков. Я аккуратненько ваткой подкрашиваю. Не знаю, зачем, я вожу с собой стяжки. Следующая вещь, это такая штука, которой сжимают суппорта. Поменять колодки в дороге, в принципе, проблем нету. Так что теперь, если у меня сотрутся колодки, я их могу поменять вообще, то есть в полевых условиях. Очень важно в дороге иметь шланги. Вдруг, мало ли, какая-то протечка бензопровода, либо что-то еще, это может быть, ну, прямо сильно выбить вас из колеи по времени, поэтому таким шлангом и хомутиками можно просто заменить любую магистраль. Это шрус. Он развалился уже. Как правило, это привод переднего правого и переднего левого колеса. И он как бы одинаковый, что справа, что слева. И у нас очень часто бывает, когда мы вот уже в горах начинаем там под сильные уклоны подниматься, шрус начинает подхрустывать. Я как бы знаю по своему опыту, что это как бы надо не есть хорошо, надо его менять. Но потом, когда мы выезжаем и катаемся по городу, по небольшим уклонам, все хорошо. Он не хрустит. Поэтому, чтобы наверняка уже, я просто вожу с собой такой шрус, новенький. То есть, если в горах даже его обрежет, то у нас есть там запасной. И в любом сервисе мы можем поменять, не заказывая новые запчасти. А если сервиса вдруг нету, то, в принципе, я этот шрус поменяю и на дороге. Ну, время как бы тут часа 1,5-2 от силы.
Ну вот мы и показали практически весь свой быт и почти все свои вещи, которые мы берем в путешествие. А если мы забыли что-то, то пишите, спрашивайте, мы все на все ответим. Да, у нас есть группа в Телеграме, где вы можете задавать вопросы, также пишите в личку, в директ, либо мне в Инстаграм, либо Оле, а также оставляйте свои комментарии, что вы думаете, либо что мы еще, может быть, упустили в своих вещах. Поэтому путешествуйте, друзья! Ведь это столько положительных эмоций, столько впечатлений. И даже если вы все-таки немножко боитесь, не бойтесь, начните с маленького, и потом постепенно увеличиваете свой масштаб. Да, где-то из своего города, потом куда-то на район выезжаете, куда-то в деревушку, там, в другой город и так далее. И вы увидите, как вы приобретете этот очень большой опыт, и наоборот, у вас даже будет такая тяга, вас будет тянуть как магнитом в эти путешествия, потому что это завораживает, мы это уже прошли и поняли. Да. Всем пока, друзья. Пока. Главное, что мы готовы? Да. Меня зовут Ярослав. А меня Оля. Что? Я не могу. Чего? Давай еще раз. Это смешно было. Меня зовут Ярослав. А меня Оля. Я не могу. Дай мне выспеть. Все, давай. Что люди подумают? Подумают, что за придурки, что они нахрен вообще делают. Кто подумает? Да вон там он. Давай. Высмейся. Все, я высмеялась.